Добрый день. В эфире CBC FinTimes. О самых актуальных экономических событиях в стране и за ее пределами поговорим прямо сейчас. Меня зовут Руфат Халафов. Ну и вначале. Азербайджан переживает период значительного экономического роста, демонстрируя успешность реформ и достижения в различных отраслях. Страна активно диверсифицирует свою экономику, что проявляется в росте ненефтяного сектора. Выступая на первом заседании парламента 7-го созыва, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что экономика должна постоянно развиваться. Это важно для реализации планов по развитию страны, в том числе в социальной сфере. Эксперты же отмечают успехи инфраструктурных проектов, включая строительство автодорог и международных аэропортов, а также развитие энергетического потенциала. В последние месяцы Азербайджан вступил в новый период экономического расцвета. Он характеризуется впечатляющими достижениями и масштабными преобразованиями. Страна уверенно движется по пути диверсификации своей экономики, о чем свидетельствует рост нефтяного сектора на 7% в январе-августе 2024 года. Так, стабильная динамика неэнергетических отраслей и успешные реформы создают прочную основу для дальнейшего развития экономики Азербайджана. Особенно последние 3-4 года надо отметить успехи в инфраструктурных особенно проектах. В частности, как пример, можно привести построение 3000 километров автодорог. Среди генеральных проектов также можно указать на запланирование 45 тоннелей. Строительство этих тоннелей. Длина этих тоннелей, нужно отметить, что составит 70 километров. И также надо отметить, что строительство дороги в тех регионах, в горах в частности, задача не из простых. Планируется также строительство 450 мостов, железные дороги. Введены в эксплуатацию два международных аэропорта. Укрепляется энергетический потенциал. За 3 года введено в эксплуатацию 270 мегаватт гидроэлектростанции. В стране проводится масштабная работа и по возрождению Карабаха и Восточного Зангезура. Как отметил эксперт, международное сообщество, представляющее многие страны, единогласно проголосовали в поддержку этих усилий. Помимо этого, надо отметить, что проведение КОП-29 в Азербайджане стало результатом общего решения почти 200 стран и является важным свидетельством международного престижа и авторитета страны на мировой арене. Последние годы показатели международных престижных организаций, также международных институтов, таких как Всемирный экономический форум, Всемирный банк, Международный центр изучения ресурсов и другие, в своих ежегодных статистических отчетах отмечают больших достижениях Азербайджана, в частности, в сфере инклюзивного развития, также в сфере трансформации государства на электронное управление, в электронном управлении, а также социальные показатели, такие как распределение дохода населения, уровень образования, доступ к медицине, трудоустройство или безработица. Таким образом, достижения в экономике Азербайджана не только подтверждают стабильный прогресс страны, но и укрепляют ее позиции на международном уровне, открывая новые возможности для будущего развития. Это также создает привлекательные условия для иностранных инвестиций, способствует развитию новых технологий и поддерживает инновационные инициативы, формируя благоприятный бизнес-климат. Устойчивый экономический рост и социальное развитие позволяют рассчитывать, что и впредь Азербайджан будет играть ведущую роль в регионе и за его пределами. Сабина Мурадова, CBC. В общем экономическом развитии Азербайджана немаловажная роль отводится финансовому рынку. Сейчас на этом поле наблюдается динамичный рост страхового сектора. Повышается востребованность добровольных страховых продуктов как инструментов защиты благосостояния населения. К примеру, вскоре исполняется год со дня подписания меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией страховщиков Азербайджана и Ассоциацией банков республики. Стороны договорились сформировать платформы интенсивного сотрудничества для усиления защиты населения и бизнеса от различных видов рисков, в
том числе связанных с жизнью, здоровьем и имуществом клиентов банка. Заметим, в Азербайджане ощутимо растет объем потребительского кредитования. В связи с этим важной мерой следует считать расширение страхования жизни заемщиков. Ну а подробнее об этой теме поговорим с гостей. На прямой связи со студией член экспертной группы Ассоциации страховщиков Азербайджана Татьяна Савельева. Госпожа Савельева, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Ну и вначале, благодарю за приглашение. Спасибо, что приняли приглашение. Вначале, конечно же, хотелось бы узнать более подробно, какие проблемы должен решать данный страховой продукт. Данный страховой продукт, который мы называем страхованием жизни заемщиков потребительских кредитов, решает проблему защиты людей, которые берут такие кредиты, от таких рисков, как смерть и инвалидность. Мы, как страховщики жизни, как мы говорим, продаем защиту, мы поднимаем темы, о которых современное население не всегда хочет говорить или думать, но тем не менее считаем важным предоставить такое покрытие, такую защиту населению, поскольку многие люди сталкиваются с проблемой того, что когда они берут потребительский кредит и что-то случается в семье, и заемщик этого кредита больше становится неспособным выплачивать проценты и, собственно, платежи по телу кредита, долговая нагрузка ложится на его родственников. Соответственно, в страховании жизни, то есть в этом продукте, который страховщики предлагают тем, кто берет в банках потребительские кредиты, мы покрываем два риска, как я сказала, смерть и инвалидность. Предусмотрены различные выплаты по этим рискам, но в любом случае подразумевается, что страховщики берут на себя обязательства по выплате кредита или части кредита в том случае, если с заемщиком случается одно из этих событий. Ну вот, госпожа Савельева, вы сказали о смерти и инвалидности, но вот все-таки остается открытым вопрос, если более подробно сказать, то в каких случаях все-таки предоставляется страховая выплата? Да, конечно. Страховая выплата в случае смерти предоставляется в размере 100% задолженности по кредиту. То есть если с заемщиком случилось такое максимально неблагоприятное событие, страховая компания покрывает его задолженность по кредиту перед банком. В случае, если заемщику установлена инвалидность, скажу, что инвалидность или потеря трудоспособности устанавливается медико-социальной экспертной комиссией ЦЭК. Устанавливается степень потери трудоспособности в процентах. То есть это может быть 10%, 20% и дальше любое число от 0 до 100%. Соответственно, в случае установления степени потери трудоспособности страховая компания покрывает частично задолженность застрахованного перед банком по потребительскому кредиту. Покрывается задолженность в том же проценте, в котором потеряна трудоспособность. То есть, например, если мне установлена потеря трудоспособности 40%, это соответствует по старой классификации третьей группы инвалидности, сейчас это первая степень потери трудоспособности, то 40% задолженности по кредиту оплачивает страховая компания. И переходим к следующей новости. Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту экономики Азербайджана на текущий год. С 3,1% до 3,8%. В обновленном отчете Regional Economic Prospects прогноз на 2025 год остался без изменений на уровне 2,7%. Банк отмечает ускорение экономического роста в Азербайджане до 4,3% в первой половине этого года. По оценкам экспертов ЕБРР, большой объем инвестиций и устойчивый рост реальных доходов поддержали развитие ненефтяного ВВП. При этом и нефтегазовый сектор получил стимул благодаря возросшему спросу на европейском рынке. Продолжает ускоряться рост кредитования, который превысил 20%. В то же время инфляция снизилась ниже целевого интервала в 4%, плюс-минус 2 процентных пункта. И в июле вернулась к отметке в 2,7%. В целом, на краткосрочную перспективу прогнозы остаются позитивными. Ожидается значительный рост добычи и экспорта газа в последующие годы, что обеспечит стабильные потоки доходов. Пашабанк провел пресс-конференцию по итогам деятельности в первой половине текущего года. Представители финансовой организации поделились ключевыми достижениями и рассказали о перспективных планах на ближайшее будущее.
Пашабанк демонстрирует стабильное развитие, подтверждая свою роль ключевого игрока на финансовом рынке Азербайджана. Будущие планы свидетельствуют о стремлении банка к дальнейшему росту и инвестированию в будущее. Как сообщил член правления банка Мурат Сулейманов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности банка за первую половину 2024 года, Пашабанк показывает устойчивый рост, подтверждая свою позицию одного из ведущих банков в Азербайджане. Результаты первого полугодия отражают позитивные тенденции в работе банка, включая увеличение клиентской базы и рост кредитного портфеля. Если рассматривать рыночную долю по кредитам, она осталась почти на том же уровне, что и в прошлом месяце – 12,2% против 12,1%. В корпоративном кредитовании наблюдается стабильность за последние три года – 20,5%, 26,6% и 20,4%. Основное изменение в этом году заключается в том, что Пашабанк поставил стратегическую цель – превысить отметку в 3 миллиарда по чистому кредитному портфелю. И впервые мы достигли этого показателя в первом полугодии. По итогам июня норматив достаточности капитала первого уровня составил 17,74%, а совокупного капитала 20,53%. Дочерние компании, такие как турецкий Паша Инвестиционный Банк и Паша Банк Грузия, расширяют спектр услуг и укрепляют позиции группы на международных рынках. Одним из ключевых направлений развития Паша Банк является эмиссия облигаций. По итогам первого полугодия 2024 года наш банк уверенно сохраняет свои позиции среди частных банков, занимая второе место по размеру активов и капитала. В международном рейтинге кредитоспособности банк также сохранил прежний уровень с оценкой BB- и стабильным прогнозом. Кредитная нагрузка была удержана на приемлемом уровне. Пашабанк до конца текущего года планирует эмиссию, которая будет проведена как в манатах, так и в долларах США. Объем выпуска сейчас обсуждается и будет зависеть от рыночного спроса. Пашабанк активно расширяет географию своего сервиса. Отдельное внимание уделяется развитию Карабаха, что отражает социальную ответственность и стремление банка сделать вклад в восстановление региона. В ноябре 2024 года банк планирует открыть филиал в городе Шуша, а в следующем году планируется запустить председательство банка в городе Агдам. Нармина Хамбабаева, Турал Эминзаде, CBC. Подготовка КОП-29, а также текущая ситуация в регионе Южного Кавказа были обсуждены накануне в рамках встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с федеральным министром иностранных дел Швейцарской конфедерации Иньяцио Кассисом. Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с ОС, указал в ходе встречи Джейхун Байрамов, отметив, что Баку всегда готов и заинтересован сделать вклад в расширение регионального сотрудничества в рамках организации. Было отмечено, что расширение сотрудничества в сферах экономики, энергетической безопасности и транспорта и коммуникации является одним из приоритетных направлений для обеих сторон. Подчеркнута также важность расширения сотрудничества между государствами-членами организации и содействия совместному экономическому развитию региона. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес. В условиях глобальной экономической неопределенности новые прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития внушают оптимизм. Снижение инфляции и восстановление торговли создают основу для устойчивого роста, несмотря на все еще сохраняющиеся вызовы. Глобальная экономика находится на пути к стабилизации, так как влияние повышения процентных ставок центральных банков начинает ослабевать. А замедление инфляции способствует росту доходов домохозяйств. Об этом говорится в последнем прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития. По данным ОЭС, ожидается, что мировой ВВП вырастет на 3,2% как в текущем, так и в следующем году. В прошлом году ОЭС оценивает рост мирового ВВП в 3,1%. Why is Europe not doing so well in the United States? For a variety of reasons, but one of them. У нас наблюдается картина устойчивого роста, инфляция снижается, торговля восстанавливается, и на рынке труда происходят изменения. В целом динамика роста выглядит обнадеживающе, хотя мы считаем, что его темпы могут быть выше. Для этого необходимо стимулировать инвестиции и вести правильную политику. Мы полагаем, что денежно-кредитная политика может снизить процентные ставки, но важно действовать осторожно. Фискальная политика должна измениться и не необходимо вернуться к фискальной дисциплине и осторожности, а также, что особенно важно, к проведению реформ.
Экономика Европы сталкивается с большими трудностями по сравнению с экономикой США. Это обусловлено различными факторами, в том числе энергетическим кризисом. В то время как США он не нанес значительного урона, Европа сталкивается с серьезными последствиями. Кроме того, существуют структурные проблемы, которые продолжают делать экономику США более динамичной. Два недавних отчета по единому рынку, по мнению экспертов ОЭСР, могут предоставить полезные рекомендации для повышения динамичности экономики Европы. What has happened since last quarter of last year? С того момента, как в последнем квартале прошлого года возникли проблемы на Ближнем Востоке и в Красном море, мы наблюдаем рост цен на международные перевозки и увеличение длины маршрутов. Стоимость доставки увеличилась на 160% по многим направлениям, что, безусловно, сказывается на торговле и приводит к росту цен. Если эскалация конфликта продолжится, это повлияет не только на торговлю, но и на стоимость энергоносителей, особенно учитывая, что упомянутые маршруты являются ключевыми для поставок энергии в мире. В целом организация прогнозирует замедление роста экономики США до 1,6% в 2025 году. Однако снижение процентных ставок может помочь сгладить это падение. В Китае экономический рост пока также прогнозируется на спад, так как потребительский спрос ослабевает, а проблемы в сфере недвижимости продолжают давить на рынок. С другой стороны, еврозона выглядит более оптимистично. Рост экономики этой группы стран значительно ускорится благодаря тому, что доходы растут быстрее инфляции. В Великобритании ситуация тоже улучшилась. Ожидается, что экономика будет расти в связи с повышением заработной платы. Сабина Мурадова, CBC. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций планирует увеличить финансирование проектов в сферах коммерции, региональной торговли, цифровой и финансовой интеграции. Об этом на 9-м собрании Совета управляющих банков в Самарканде на тему создания устойчивой инфраструктуры для всех сообщил председатель Совета директоров АБИ Цинь Лицунь. Он отметил, что по подсчетам банка к 2030 году доля трансграничных проектов должна составлять не менее 25-30% от ежегодного объема утвержденного финансирования Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Но для трансграничного взаимодействия понадобится не только финансирование, но и развитие международного сотрудничества. И это серьезная задача, подчеркнул Цинь. Кроме этого, банк сфокусируется на развитии зеленого транспорта и дорожной инфраструктуры. Было отмечено, что все более частые сбои при предоставлении разных услуг из-за изменения климата подчеркивают необходимость создания устойчивой дорожной инфраструктуры. А следующее десятилетие будет решающим для решения проблем дорожной сети и обеспечения устойчивости экономики. По мнению экспертов, для создания до 2030 года новой инфраструктуры в мире потребуется 15 триллионов долларов инвестиций. Вместе с тем, поток иностранных инвестиций в течение последних 2 лет снижается на 10% в год. В мировом масштабе финансовые ресурсы подорожали в 2 раза. Это усложняет достижение всеми странами цели устойчивого развития. В таких условиях все больше возрастает роль международных финансовых организаций в смягчении последствий глобальных угроз и вызовов, обеспечении устойчивого роста, улучшении условий жизни населения. В связи с этим особого признания заслуживает то, что за короткий период Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, имея портфель проектов на 55 миллиардов долларов, превратился в одну из самых авторитетных финансовых организаций не только в регионе, но и в мировом масштабе. Кроме того, в текущем году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций увеличит финансирование климатических проектов. Их доля превысит 60% в кредитном портфеле банка, сообщил Цинь Люцюнь. За 9 лет своего существования банк одобрил финансирование на сумму до 55 миллиардов долларов по 250 проектам в 37 странах-участницах. Благодаря нашим проектам 8,7 миллиона человек теперь имеют доступ к безопасной питьевой воде. Менее заметны, но не менее важны 22,8 миллиона тонн углекислого газа, выброс которых был предотвращен, указал глава банка. А в июне в АБИ было внедрено финансирование на основе климатической политики. Эта инициатива направлена на мобилизацию частного капитала для реализации национальных климатических планов. Новая инициатива подчеркивает приверженность банка созданию устойчивой инфраструктуры для всех и его растущую роль в решении глобальных проблем.
Во второй половине осени Казахстан ожидает предварительных результатов арбитражного процесса против международных нефтяных компаний. Об этом Reuters сообщил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев. Арбитраж с консорциумами, занятыми разработкой крупнейших в стране месторождений Кашаган и Карачанагак, начался в апреле прошлого года. Предметом спора стали вычеты затрат в размере 13 миллиардов и 3,5 миллиарда долларов соответственно. Позднее, по данным Bloomberg, сумма исков по Кашагану увеличилась до 150 миллиардов долларов. По словам Саткалиева, подробности исков являются конфиденциальной информацией. В общем, речь идет об исполнении условий соглашения о разделе продукции по двум месторождениям. Между тем, согласно последним данным, Казахстан может начать импортировать газ. Это связано с остановкой на капитальной ремонтной установке месторождения Кашаган. По данным Министерства энергетики, комплекс подготовки нефти и газа будет простаивать 38 календарных дней. Организация стран-экспортеров нефти призывает к увеличению инвестиций в нефтяную отрасль. В новом отчете Альянса World Oil Outlook 2024 прогнозируется, что к 2050 году сектор необходимо будет потратить около 17,5 триллионов долларов. Картель ожидает рост спроса на нефть в течение продолжительного периода. К 2045 году мировое потребление черного золота достигнет 118 миллионов 900 тысяч баррелей в сутки. Это почти на 3 миллиона баррелей выше прошлогодней оценки. До 2050 года спрос должен превысить 120 миллионов баррелей ежедневно. Среднесрочный прогноз спроса в ОПЕК повысили, исходя из благоприятных экономических данных. Ожидания Альянса на 2029 год опережают опубликованный в июне прогноз Международного энергетического агентства более чем на 6 миллионов баррелей в сутки. За последний год мы все больше осознаем, что мир сможет вводить в эксплуатацию новые источники энергии в больших масштабах только тогда, когда они будут к этому действительно готовы. Всем политикам и заинтересованным сторонам необходимо работать вместе, чтобы обеспечить долгосрочный благоприятный инвестиционный климат. А сейчас мы переходим к данным по мировым рынкам. И начнем с изменений на рынке нефти. Котировки нефти эталонных марок продолжают снижаться, несмотря на данные о резком сокращении запасов США. Давление на цены также оказывают новости о согласовании властями западной и восточной частей Ливии порядка назначения главы Центробанка, что может смягчить кризис в области нефтяных доходов и способствовать восстановлению экспорта. В результате стоимость ноябрьских фьючерсов на марку Brent составила 72 доллара 81 цент за баррель. Фьючерсы на американскую ВТИ опустились до 69 долларов. Что же касается азербайджанской нефти, то ее цена в последний день составляет 77 долларов 94 цента за баррель. Рассмотрим цены на драгоценные металлы. Золото достигает нового исторического рекорда. Позитивное влияние на рынок оказывают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и усиления геополитической напряженности в мире. В итоге стоимость золота составляет 2684,5 доллара. Серебро также поднялось в цене и продавалось по 32 доллара 19 центов за тройскую унцию. Стоимость платины на сегодня составляет 1001 доллар 60 центов. И в завершение об американских фондовых рынках, которые завершили торги разнонаправленно. Трейдеры оценивали статистику по рынку недвижимости и корпоративные новости. Их основное внимание на этой неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за второй квартал и отчет о доходах и расходах американцев за август, включающий ключевой показатель инфляции. В результате промышленный индекс Dow Jones упал на 0,7%. Значение потребительского индекса S&P 500 потеряло 0,19%. А высокотехнологичный NASDAQ, наоборот, прибавил 0,04%. Накануне офшорная китайская валюта юань впервые за 16 месяцев превысила отметку в 7 юаней за доллар США. Таким образом, инвесторы оценили меры стимулирования Китая по стабилизации экономического роста. Параллельно влияние на валютный рынок оказало недавнее снижение ставки Федеральной резервной системы США, которая замедлила укрепление доллара. Так, ранее глава Национального банка Китая Пань Гуншен заявил, что вскоре страна снизит норму обязательных резервов на 0,5%, что обеспечит финансовому рынку долгосрочную
долгосрочную ликвидность в размере около 1 триллиона юаней. Это свыше 142 миллиардов долларов. И в зависимости от ситуации норма рефинансирования может быть снижена еще на четверть или половину процентного пункта в течение года. Между тем, ФРС США на прошлой неделе объявила о сокращении целевого диапазона ставки на 50 пунктов впервые с марта 2020 года. Это стало сигналом с начала цикла смягчения денежно-кредитной политики США. С одной стороны, поскольку Федеральная резервная система США начала цикл смягчения денежно-кредитной политики, разница в процентных ставках между китайской и американской валютами сократилась. С другой стороны, устойчивость внешней торговли Китая и ее высокий торговый профицит помогли стабилизировать курс китайского юаня. Недавнее введение ряда мер по стабилизации роста также значительно повысило доверие рынка. В последнее время спрос и предложение на валютном рынке Китая стали более сбалансированными. Данные, опубликованные Государственной администрацией валютного рынка, показали, что в августе трансграничные доходы и расходы предприятий, физических лиц и других небанковских секторов вышел с дефицита, который был ранее на профицит в 15 миллиардов долларов. Привлекательность активов в юанях резко возросла, привлекая приток зарубежного капитала и способствуя дальнейшему устойчивому росту и постепенному улучшению обменного курса китайской валюты. У нас есть все основания полагать, что при постоянной поддержке политики и основ экономики обменный курс китайского юаня может оставаться в сбалансированном диапазоне и демонстрировать хорошие результаты. На этом наш выпуск подошел к концу. До встречи в новых выпусках FinTimes. До свидания.